Добрый день, друзья, с вами Ремист, и мы продолжаем проходить кампанию СК2 HOTS. Сегодняшнее задание называется «Рука тьмы». Давайте прослушаем небольшой брифинг. Передовые войска Роя заняли вход в лабораторию. Гибриды находятся внутри. Там они и умрут. Вот такой вот небольшой веселый брифинг. Нам нужно просто убить каких-то гибридов. Но гибриды — это, собственно, те самые существа, над которыми ведется исследование в этой лаборатории. То есть тут вот написано, что гибриды соединяют в себе лучшие качества зергов и протосов. Физическая сила и псионные способности делают их очень опасными противниками. Убить всех, убивать. Отлично. Мы проникли внутрь. Вот это, видимо, те самые... Керриган, лабораторию охраняют гибриды. Ужасные порождения опытов Наруда. Это оружие, которое может поставить точку в финальной битве. Нифига себе. Гибриды пробуждаются. Что с тобой? Он атакует меня на псионном уровне. Держись! Гибрида нужно уничтожить, иначе мы обречены. Понятно, задание нужно будет убивать гибридов. Ну давайте пока начнем с нашей базы, будем все это развивать. Да. А пока походим Самое здесь, посмотрим, время. Что здесь есть вокруг. Все до похищения подумки. Здоровья. Уничтожь гибрида. А, нам вот этого гибрида нужно, видимо, за 5 минут убить. Ну ладно, успеем еще. Скорее! Мой мир. Мы адаптируемся. Давай, давай, давай. Моя ментка будет. Заходи, страдать. Заходи, 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 убивай тут всех. Нет преград. Отлично. Да. Рой, это так, я. Тут база. База тиранов. Мы адаптируемся. Мы сейчас ее зачистим. И здесь будем развиваться. Они сами напросились. А пока Рой развиваем эту базу. А потом уже успеем убить Время гибрида. Пришло. Отлично. Рой, это я. Так, тут, видимо, есть кристальчики, мы их будем, видимо, добывать. Лена, да. Так, отлично. Наши войска атакованы. Ну, ничего страшного, в принципе. У нас тут есть еще один таракан. Они Наверное, в этой игре мы будем играть тараканами. Это... То есть нужно будет построить этот, как он называется, таракана-спавнерку. Рассадник тараканов она называется. Давайте ее построим. И нужно будет потом еще построить одну штуку, она называется эволюционная камера, чтобы улучшать наши войска. Менгск будет стараться. Так, ну что, здесь мы уничтожаем все здания тиранов, чтобы здесь не выходили всякие противники. Эту базу мы продолжаем развивать, посылаем рабочих на добычу газа. Давайте еще одну виспеновый гейзер исследуем, чтобы у нас еще больше было газа. Наши войска атакованы. Нифига. А у меня, когда Керриган кого-то убивает, появляются вот такие вот симбионты. Соответственно, по два симбионта с одного противника. Это на самом деле очень круто. Видите, у нас просто раз-раз, и сразу небольшая армия появляется. Врагов ждет смерть. Врагов ждет смерть. Все, мы можем строить тараканов. Соответственно, сейчас мы как раз этим и займемся. Долго ты не продержишься. Гибридов надо уничтожить. Так, у нас 2 минуты осталось, 2,5. Время пришло. Так. Рой поглотит все. Рой поглотит все. Я позабочусь об этом. Так, ну что, тараканчика отсылаем на рабочих. Тут все добиваем. Так, в принципе нет, у нас осталось 2 минуты. Нужно как можно быстрее собрать небольшую армию и все-таки убить вот этого симбионта, страдать. Или как он, гибрид. Гибрид. Наша миссия продолжается. Вот. Иначе мы, по-моему, умрем. Вот, ну давайте. Будем рассаживать еще этот слизьку. Так, рабочий, иди добывай минералы. Не хватает надзирателей. Я вот не знаю, мне хватит, не хватит Все вот такого. Вот такой армии. Что? На самом деле, не так уж и много, блин, тут. Ну ладно. Так, давайте подождем вылупления вот этих вот двух тараканов, и потом уже... Не хватает надзирателей. Пипец, надзирателей не хватает.
Ладно, вот все, таракан, у нас осталась минута, давайте пойдем. Моя месть свершится. Моя месть свершится. Пойдем убивать. Нужно убить гибридов. Так, Времени будем мало. Сейчас хилить наших тараканов. Так, он что-то по области бьет, надо их расставить. Говори. Давай, 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 давай. Хили. Кстати, сильный чувак, действительно сильный, но мы его убиваем. Минск будет там. Конечно, нелегко, но нормально. Но будут еще. Но будут еще. Давайте еще делаем тараканов. Тараканы, по-моему, самые сильные, они очень защищенные. Так. Моя королева, мы отмечаем псионные сигналы гибридов по всей лаборатории. Давайте-ка вот здесь сейчас базу снесем. Разумеется. И построим здесь еще одну базу свою. Я позабочусь об этом. Так, мне показали, где еще три гибрида находятся. Видимо, мне их нужно будет сейчас убивать. Это мой, да. Давай, отлично. Наша миссия продолжается. Все, здесь мы строим еще одну хату. Отлично. Самое время. Так, у меня здесь еще есть исполните тараканы. Исполните свое предназначение. Отлично. Убейте всех. Все, моя у меня еще 5 минут. Гибрид атакует тебя на псионном уровне. Нужно уничтожить его. Так, это что такое? Иначе тебе грозит смерть. Убиваем все нафиг. Хилим. Кстати, хилка, которую мы получили, став королевой зергов, это вообще просто очень хорошая способность. Позволяет вообще практически не терять армию. Они так, ну это, видимо, место для еще Минск одной базы. Страдать. Отлично, побежали Самое дальше. Время. Самое время. Я позабочусь об этом. Эх, сейчас симбионты-то умрут. Для нас нет а нет, игра. Слушайте, еще успеют немножко потанчить. Давайте, вперед. Моя месть свершится. Отлично. Кстати, у меня очень много тараканов, я нормально. Ой, еще пачка. Поближе. Ага, это пойдем раз. Проверим здесь. Ага, вот здесь как раз бутолиск. Видите, троем. Какой большой, страшный. Нам нужно спасти таких два. Отлично. Ну чё? Говори. Теперь этот бруталиск мой. Супер. Так, ну давайте тут немножко базу улучшим. Сделаем больше ресурсов, чтобы все добывалось. И помните, я хотел построить эволюционную камеру, чтобы улучшать тараканов. Сейчас я как раз это сделаю. Так, ну что. Давайте бруталиск будет танковать. Большой, страшный. Тараканы будут, соответственно, убивать все остальное. Наша миссия продолжается. Убиваем камеру гибрида. Еще один гибрид, его нужно уничтожить. Так, давайте убиваем. Ну, кстати, он какой-то слабенький этот. О, три стало, нифига себе. Они, короче, еще умеют расстраиваться и вообще... Они сами напросились. Блин, офигеть. Говори. Офигенные просто гибриды. Моя месть свершится. Так, у меня 2 минуты, чтобы убить остальных. Одним гибридом меньше. Теперь это часть лаборатории под контролем Роя. Так. Хватает надзирателей. Не хватает надзирателей, офигеть. Ты должна уничтожить гибридов, иначе их мощь убьет тебя. Атакованный. У меня осталось буквально вот несколько минут, чтобы все это уничтожить оставшиеся гибридов. Назад. Время пришло. Поехали. Что на этот раз? Хилимся, аккуратненько все делаем. Самое время. Проходим к следующему гибриду. Моя месть свершится. Давай. Что на этот раз? Отлично. Убиваем гибрида. Для нас нет преград. Нужно не забывать хилиться вот этой вот излечением. Способность излечения. Так, этот гибрид Минск. Какой-то вообще ватный. Идем. Еще один гибрид мертв. Идем до следующего. А, кстати, нет, не до следующего. Время. Смотрите, у нас как-то время больше нету, троем. То есть пока нам ничего не угрожает. Время так, пришло. Поехали, Моя убиваем. Мы пока закажем пару улучшений для наших тараканчиков. Так, ну в принципе у нас всего хватает. Можно идти Говори. Дальше. О, нифига. Бункер. Убиваем. Убить всех. Слушайте, вообще офигительная тактика тараканами просто всех убивать. Я позабочусь об этом. По-моему, самое то. Еще и хилиться хорошо можем. То есть танкуют вот эти симбионты мелкие. Тараканы издалека бьют. Давай, давай, самое давай, время. Убивай тут все.
Так, половинку тараканов можно вот сюда вот отвезти. О, кстати, одним тараканчиком давайте тут ресурсы соберем. Опа, это что такое? А, слушайте, это второй бруталист. К нам его сейчас нужно будет освободить, естественно. Что на этот раз? Так, идем сюда, бруталиска освобождать. Я позабочусь об этом. Бдыщ. Рой поглотит все. Бдыщ. Мы давай. Адаптируемся. Мы адаптируемся. Очень легко складываются бункеры. И мы подводим Керриган сюда, чтобы освободить второго бруталиска. Офигеть. Оба бруталиска теперь принадлежат Рою. Супер. Они отлично. Такие большие и крутые теперь на самом деле. Добить гибридов. Добиваем гибридов. Давайте сюда еще несколько таракашков закажем на всякий случай. То вдруг у нас сейчас гибрид много-много-много кого убьет. Хотя я в этом сомневаюсь. Что на но тем не менее. Они... Моя так. Месть свершится. Ну что, давайте, убиваем. Рой поглотит все. Гибрид начал псионную атаку. Исход этой битвы. Ой, офигеть, псионный шторм. Вот это жесть. Это очень сильная способность, и из нее надо всех выводить. Врагов ждет смерть. Офигеть, она просто сбрила половину у меня этих тараканов. Моя месть свершится. Ну ладно, ничего страшного, у меня тут вот еще Рой есть пачка. Рой выполнил свою задачу. Это сломанный инструмент, которому место на свалке. Не слушайте его бред. Мы уже захватили большую часть лаборатории. Отлично, идем дальше. Обнаружены новые сигналы гибридов. Так это что у нас такое тут? Что-то тут ничего нету. Опа, 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 опа. Ну-ка заходим, заходим сюда. Убиваем все. Опа, банши. С баншами я не могу справиться. Подождите, у меня что, бьют по воздуху тараканы? Очень странно, по-моему, они не били никогда по воздуху. Все падут перед Роем. Но это очень круто, если это так. Так, ну что, добиваем? Нам надо не потерять бруталисков. Моя месть атакует. Опа. Улей. Нас тут кто-то атакует. Давайте-ка закажем собачек для защиты, как обычно мы это делаем. Пусть они там разбираются. Да. Так, ну что, следующий убить гибрид. Всех до единого. Тревога. Еще один гибрид начал. А, опять псионные штормы, да чтоб тебя. Давайте убивайте его. Я чувствую их страх. Убивайте, 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 убивайте. Все. Самое время. Все, отлично. Ну, мне кажется, я снова много кого потерял. Давайте возьмем несколько баз и сделаем себе еще несколько тараканчиков. Слушайте, если нам не хватает надзирателей, значит, все-таки я никого не потерял. Ты стоишь у меня на пути. Так, по-моему, отличная тактика. Два танка бруталиска и несколько тараканов. Самое время. Проходим дальше. Опа, я тут танки сразу же нужно кушечкой убивать. Они бьют сплэшом, это очень опасно. Давай, 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 давай. Проходим вглубь базы. Отлично. Симбионты там что-то делают, кого-то бьют. Мне это вообще это уже без разницы. Мы просто разбиваем базу. А, кстати, если бы мы здесь муталисками играли, было бы очень плохо, потому что вот такие вот ракетные тюрели стоят по всей лаборатории. Они на самом деле очень даже опасны против воздушных юнитов. Окей. Королева, ты под псионной атакой гибрида. Давай, убивай уже. Чувствуешь, как их ненависть заполняет твой разум? Не, не чувствую ничего. Рой, погнали я. Отсюда. У нас еще пачка подошла. Меня, но у тебя по-прежнему нет шансов. Как только собачки подошли. Я приду за тобой. Мой мир. Это мой мир. Обнаружены два сигнала гибридов. Они в непосредственной близости. Ага, ну, видимо, да, как раз вот куда я иду сейчас. Единственная оставшаяся часть карты. Опа, 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 это что такое? Меня тут что-то начали прессовать как-то очень жестко. Ну-ка, 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 надо как-то это все... Блин, вот это печаль. Если меня сейчас, блин, убьют, это будет вообще очень, очень-очень печально.
Танки перераскладываются. А, нет. Давайте. Кусайте. Отлично, я защитился. Хотя у меня тут вроде что-то даже убили. Офигеть. Все, защитились. Отлично. Ну все, идем дальше. Самое время. Ну что ж, убиваем гибридов. Врагов ждет. Народ пробудил сразу двух гибридов. Опа, сразу двух. Офигеть. Отходим. А, жесть. Давайте. Убивайте. Отходим. Я позабочусь об этом. Какая-то жесть. Достаточно энергии. Давайте, убивайте этих гибридов. Все. Он еще расстроился. Да блин, офигеть. Они, короче, расстраиваются, и каждый еще псионный шторм кастует. У меня тут вообще какая-то жесть. Всех собачек убили, по-моему. Ну что, все? Вот такие взрывы. Наша задача выполнена, моя королева. Мы больше не ощущаем сигналов гибридов на этом этаже. Пусть Рой переместится на нижние уровни. Уничтожайте все живое на своем пути. Народ что-то задумал. И я должна узнать, что. А вот и все. Победа. Рука тьмы. Мы прошли эту миссию. А, собственно, как я понимаю, сейчас будет следующая миссия. Сосредоточена на том, чтобы убить вот этого самого Наруда. Это тот седовласый дядька, который нам все время говорил, что мы никчемные и ничтожные. Видимо, нам его придется как-то убить, победить. На самом деле он очень сильный псионик, как я понимаю. А и он именно создает этих гибридов. Ну что ж, все. На этом мы, пожалуй, эту миссию заканчиваем. С вами был Ремиста. Подписывайтесь на канал, играйте в СК2 HOTS. Пока.